начале. Ох, какой розыгрыш прекрасный, 1-0. Но это было изящно и красиво, конечно. Да, так вот я не сказал, что Александр Копейкин недоволен тем, как начинает его команда матча. И вот видите, сейчас еще одно подтверждение у нас. Лукин и Кондратенков, но это же страшно. Прекрасный выход на Цая и 2-0. И 2-0, красиво сыграл Вадим. Ох, какое сальто. Точнее, это можно сказать не сальто, а это скорее такое колесо, полуколесо, полусальто. Да. Да, тасует, пытается тасовать состав Александр Копейкин. Ну, понятное дело, надо же. Ох, как красиво! И, к сожалению, 3-0, к сожалению, для хозяев 0-3. Да, это уже серьезно. Чернявский, Пантюхин, Гук, Вербин. Ах, хорошо, хорошо разыграли. И 4-0. Первая же атака, первый же удар. Сразу же. Да, вот что называется. Именно с гола Никиты Шевчука сегодня начались беды, можно сказать, хозяев. Вы смотрите, что вытворяет Адамов. И 5-0. Потрясающий удар, но здесь давайте Вячеслава Ненова. Вербин уже хотел пробить. Вот, ну наконец-то, молодцы. Молодцы. И Вячеслав Ненов все-таки оправдал свое появление в качестве вратаря Мельнева. Хитро обыграть, но нет, Вячеслав не поддался. Гук. Чернявский. И 5-2. Вот и Пантюхин. Данил Пантюхин, да, и Трубицын уже кричит. Избавляем темп. Пока у нас забивали состав игры. Другие футболисты. Ненов, Вербин. И 3-5. Но там помог рикошет. Рикошет, по-моему, от Вадима Цая. Ну что, молодцы. Так, ну что, последняя атака, может быть, нет. Гук, и все-таки 6-3. Все. Я думаю, что будет подготовка очень напряженная. Да, аплодируют друг другу команды, спасибо большое.